«Веселая вдова», «Граф Люксембург», «Сильва». Классическая оперетта на сцене Чувашского театра, оперы и балета. 20 июня в столице стартует международный фестиваль. На репетиции премьерного спектакля побывала Юлия Важенина. «Веселую вдову» Франца Легара выбрали для премьеры. В начале прошлого века жанр трагикомедии в оперетте стал неожиданным ходом. После этого произведения 35-летний композитор обрел мировую славу, получил множество наград и орденов. «Королева оперетты», а именно так ее прозвали, даже переводилась на 10 языков. Кстати, раньше постановка уже была в репертуаре театра. Но эта премьера – совершенно новое прочтение. Удалось создать, мне кажется, очень вдохновенный спектакль, где все заняты, все наши лучшие артисты театра. Замечательно работает хор, оркестр, солисты. Вы видите, у нас почти уже сегодня все в прогоны идут, уже в костюмы, декорации, свет. Мне кажется, получается очень интересный, яркий и добрый, веселый спектакль. Действие разворачивается в Париже. В центре сюжета, конечно, любовная история о молодой богатой вдове и секретаре посольства. Главную роль Ганны Главари играет заслуженная артистка Чувашии Маргарита Финагентова. В образ она вживалась основательно. Смотришь записи, это очень помогает. Тоже разные трактовки везде, разные. Вот это Ганна Главари, где-то такая более возрастная, такая очень светская, где-то. И вот ищешь что-то для себя очень близкое. 3-4 месяца столько все артисты театра готовились к премьере. Оркестр изучал партитуру, вокалисты впевали партии, отрабатывали мизансцены и танцы. Не меньше, а может даже и больше работы было у швейного цеха. Воплотить задумку режиссера в жизнь нужно было в кратчайшие сроки. Ведь именно костюмы помогают артисту лучше вжиться в роль. Только у главной героини 3 образа. А всего швейный цех готовит более 100 костюмов и головных уборов. Костюм для артиста – это его образ, его дополнение, то есть окончательное оформление образа, который он строит. Это добавляет артисту, что он, когда увидит декорации, он понимает, в какой он атмосфере, и это еще добавляет азарта, начинается еще бурнее фантазия работать, и как раз творческий процесс у нас возрастает. Режиссер-постановщик из Йошкар-Олы Сергей Шепелев придумал необычное начало спектакля. Оперетта начнется не как принято, с 3-м звонком, а буквально с вешалки, или вернее с фойе. Здесь все будет оформлено как на настоящем приеме. И главными героями станут сами зрители. Кстати, таких приемов будет, как и фестивальных премьер, 2 – 20 и 21 июня. Женина, Валерий Резюков, «Республика».